В абхазском сегменте Фейсбука не раз появлялись претензии и возмущения насчет того, что в аптеках наблюдается динамика роста цен на медикаменты первой необходимости. Очередной пост у себя на странице выложила пользователь Хатуна Анквап. Девушка выражает негодование в адрес аптеки «Пульс», которая расположена на рынке. Зашли с подругой вчера в аптеку «Пульс» на рынке. Так, парацетамол там стоит 60 рублей, а маска одноразовая стоит 25 рублей. Что произошло? Мир перевернулся, что ли? Что за беспредел происходит? Почему цены так взлетели? На лекарства. Наша съемочная группа направилась в аптеку «Пульс». Фармацевт Лана Адлиева читала пост и совсем была не удивлена нашему приходу. А насчет парацетамола, закупочная цена, она была дорогая. В связи с этим, у нас выходит цена, что 60 рублей парацетамол. Одна пластинка стоит 30 рублей. А вся упаковочка, там 20 таблеток, выходит 60 рублей. Масочки у нас продаются по 10 рублей, никак не по 25. Закупочная цена была 47 рублей на парацетамол. В данном случае данный завод был за 47 рублей. Зависит от производителя, то есть производитель разный, фирма разная, и выходит, что цена такая вот. Бывает дороже, бывает недорогие. Бывает по 59, бывает по 46-47 рублей. То есть цена от нас вообще никак не зависит. Зависит от производителя, как мы оттуда получаем товар, так и продаем. Нужно отметить, что еще до нашего прихода эту аптеку проверяли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики. Здесь они выявили, что стоимость препарата завышена на 2 рубля 66 копеек. Как выяснилось, закупочная цена парацетамола 47 рублей. Плюс процент наценки составляет 57 рублей 34 копейки. А продается это лекарство за 60 рублей. Конечно, людей это возмущает. Ведь, казалось бы, совсем недавно парацетамол стоил не больше 15 рублей. На цены влияют два фактора, диктуемых в основном поставщиками – рост доллара и, конечно же, ситуация с COVID-19. Для обычного парацетамола закупочная и реализационная цена завышена на всех этапах. С целью недопущения завышения цен на медикаменты первой необходимости в условиях распространения коронавирусной инфекции уже более 2 недель работники УЭБ и ПК МВД ведут проверки сети аптек на всей территории республики. Итоги проверок будут оглашены позже. Сария Гварацхеля, Михаил Братухин, Абхазская телевидение.